Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Максим Давыдов, в эфире канала НТС, программа «Личный интерес». Сегодня у меня в гостях ведущая актриса Государственного академического музыкального театра Республики Крым, заслуженная артистка Крыма Ольга Котляренко. Котляренко Ольга Борисовна родилась в городе Белогорске, Республики Крым. Училась в Днепропетровском театральном училище. Закончила школу-студию при Русском драматическом академическом театре имени Горького в Симферополе по специальности актриса театра и кино. В 2000 году принята в труппу Крымского академического музыкального театра, в котором служит по сегодняшний день. Яркие, полюбившиеся зрителям образы создала в спектаклях «Нелегалка», «За двумя зайцами», «Дубровский», «Мост над рекой», «Очень простая история» и многих других. Снимается в кино. Дважды становилась лауреатом Государственной премии Республики Крым. Заслуженная артистка Крыма. Ольга, быть актером, актрисой музыкального театра – это двойная сложность, потому что здесь необходимо не только образование драматического актера, но и прекрасное музыкальное образование, вокальные данные. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы стали актрисой именно музыкального театра и что вас привлекло в этом жанре. Именно к музыкальному театру, как аббревиатура, как название, я пришла случайно, совершенно случайно. Это произошло на волне крымской весны. До этого наш театр музычный был, и у нас были ставки драматических артистов. И много лет назад я в наш театр пришла как драматическая артистка, но поющая. Меня брал на работу Борис Леонид Александрович Квинихидзе. Это глыба, это известнейший человек, режиссер, талантливейший, я напомню, «Ласточки», «Мэри Поппинс», «До свидания», «Друг». Это все его фильмы. И в 2000 году он был здесь, набирал труппу, обновлял, был громаднейший кастинг, пробы. Я была в том числе молоденькая начинающая актриса, пришла, он меня прослушал. И из 200 человек было четверо тех счастливцев, которые попали к нему в труппу. Вот. И в этом театре я начинала под его руководством артисткой драмы, поющей в спектакле «Висайская история». До сих пор зритель помнит этот шедевр. Это мюзикл. О нем вы, наверное, знаете, слышали. У всех Бернстайн на слуху. Его музыкой восхищаются. Вот. А в 2014 году наш театр стал сугубо музыкальным. И для того, чтобы научиться быть музыкальной актрисой, я стала брать уроки вокала, чтобы соответствовать уровню академического музыкального театра. Вот. И несмотря на свой статус, на свой возраст, учиться никогда не поздно, естественно. И вот что вы видите, сидит перед вами. Театр – это особая строка. С театром я родилась, будучи ребенком 2-3 лет. Я устраивала домашние спектакли, усаживала всю свою семью после работы на диван. И это был и кукольный театр, и драматический театр. Я им и пела, и стихи читала. И у них не было возможности другой спать, там пить чай. Они должны, обязаны были внимательно меня слушать. Поэтому театр... С театром нужно родиться, и с театром нужно умереть. Только в этом случае театр ответит взаимностью. Как говорила Фаина Раневская, театр – это дорогое удовольствие. Служить театру – дорогое удовольствие. И мы платим своим здоровьем, платим своей семьей, платим своим благополучием, стабильностью, покоем для того, чтобы служить театру. Потому что это известный факт, что большинство артистов не устроены в жизни, в быту. Мы не можем найти себе применение или времени, или большого куска сердца, мозга, чтобы уделять внимание чему-то еще, кроме театра. Это жертва.
Я знаю, что ваш путь в актерскую профессию не был простым. Вы начали получать актерское образование в Днепропетровске, но закончить вам учиться не удалось. Почему так произошло? Я со школы выпустилась именно в тот момент, когда, 91-й год, когда СССР переживал страшнейший кризис. А я актрисой хочу быть. А мне кажется, что там самые лучшие, как в Советском Союзе по телевизору показывали лучшие качества и стороны артистов. И мне казалось, я смотрела на них по эту сторону телевизора, и мне казалось, что это небожители. Так оно и есть. Сейчас, когда я прожила большую часть своей жизни, я это понимаю, что так оно и есть. Мы не отсюда, мы не от мира, не от этого мира. И когда мне было 17, я поступила в Днепропетровск, и грянула перестройка. И мы всем курсом ходили в колбасный магазин нюхать колбасу, потому что купить ее было не за что. И когда я при росте в 1,75 м весила 52 килограмма, и уже теряли сознание все мои 13 сокурсников от голода, в прямом смысле этого слова. И когда родители при тех редких контактах по телефону, потому что, помните, ни автобусов, ни поездов, связи никакой не было. Инфраструктура рухнула вся, без исключения. А мы действительно умирали с голоду, но хотели и горели этой профессией, любовью, стремлением. И мне пришлось уехать, вернуться домой, иначе закончилось бы это плачевно. Я вернулась посреди года и устроилась в больницу с санитаркой, потому что нужно было где-то зарабатывать копеечку. Поработала год, вот, а потом мой преподаватель, мой куратор встретил меня совершенно случайно. Я думала, что я брошу эту профессию, потому что было невероятно сложно. И меня встретил куратор мой и говорит: «Котляренко, ты куда пропала?» А я полностью исчезла. Я говорю: «Я работаю в больнице». «Какая больница? Где?» Я говорю: «В проктологии». У него был шок. Я просто была маленькая, очень маленькая. Я пришла в отдел кадров и говорю: «Хочу работать, мне нужны деньги». Они говорят: «Ну вот есть две вакансии в гинекологии и проктологии». Я на тот момент подумала, что проктология – это, ну, что, какая-то терапия. Думаю, да пойду я в ту гинекологию, зачем? Да? Что мне там делать? Пойду я в проктологию. Пришла. Да, это эпизод в моей жизни, целый год. Жалеть, скрывать, боже упаси, это было здорово, это было весело, честно, несмотря на шок, когда я туда пришла и поняла, где я оказалась, что жизнь может подвести в такое место, что ты в самое то. Вот, и он меня в буквальном смысле взял за руку, в буквальном смысле. Это Бачурин Андрей Васильевич. Миленький привет, люблю вас, помню. Лучший мой педагог. И меня привел и сказал: «Вот тебе Симферополь, как раз открылся у нас актерский факультет при Русском театре. Вот тебе курс, учись, ты запомни, актриса, а не...» Предстоящей осенью Крымский музыкальный театр решил серьезно познакомить со своими спектаклями, со своим творчеством жителей, зрителей Севастополя. 21 сентября состоится первый спектакль. Это будет мюзикл «Дубровский». Об этом мы обязательно еще поговорим. А сейчас хотелось бы поговорить о другой вашей работе, о работе вашего театра. Это мюзикл «Мост над рекой». Он также будет показан в Севастополе. Расскажите, пожалуйста, об этой постановке. «Мост над рекой». Его называют всероссийской премьерой, ну, собственно, неспроста, потому что и автором Сашиным, и композитором Брэдбургом идея создания этого мюзикла пришла еще около 10-15 лет тому назад, еще до Крымской весны, и речь идет о конфликте двух сел,
двух председателей колхозов. Естественно, замешан конфликт на любви. Они когда-то там после войны не поделили женщину, то есть меня. Мой образ очень там двоякий. И эти две деревни разделяет река. И они на протяжении долгих лет никак не могут примириться с тем, что все-таки женщина досталась одному, а ушла от другого, от другого. И на этом конфликте они держат в ссоре две деревни. Конфликт, ну да, вроде такой простенький, любовь, но на самом деле очень глубокий, невероятно глубокий. Особенно на фоне того, что сейчас происходит с нашими двумя странами, Украиной и Россией. Это боль каждого. Каждого в наших двух странах. Там друзья, там любовь, там родня. Все настолько плотно связано друг с другом, что сам по себе конфликт нелеп, нелогичен и неправилен. И этот спектакль в виде такого легкого жанра мюзикл, он дает подсказку. Быть может, да, это подсказка. Давайте уже протянем друг другу руки, пожмем их и что-то сделаем во имя мира, любви и согласия. О нашумевшем мюзикле «Дубровский» Крымского театра мы подробно говорили в одной из наших прошлых передач с вашим главным режиссером Владимиром Косовым. И с вами я тоже не могу не затронуть эту тему, потому что у вас очень интересная роль. Это роль Егоровны. И многие критики пишут о том, что из этой роли второстепенной, роли второго плана, вам, благодаря всем вашим актерским способностям, удалось создать чуть ли не одну из главных ролей. Расскажите об этой работе. Пушкин не прописал эту роль. В оригинале у Пушкина вообще нет этой тетки, которая взращивала младшего Дубровского. И когда я заполучила эту роль, увидела, и ее можно было трактовать как угодно. То есть автором и композитором она была прописана нейтрально. Ну, была тетка, которая воспитывала мальчика, подсказывала ему, как быть, как жить. Но это же неинтересно. И во мне проснулся актерский эгоизм, актерские амбиции. Ну, это естественно. Актер без амбиции – это нулевой артист. И да, я пробовала многие образы. Либо она будет такая ноющая, ехидина, и проникать интригами, шу-шу-мушу. Либо она будет тетка, которая указывает, как быть. И возник третий вариант, что когда она заполучила в руки вот этого мягкотелого Дубровского, младшего, ей нужно было из него вырастить мужика. Ей нужно было спасти свое благополучие. И в первую очередь эта баба, она понимала, что здесь она как сыр в масле катается у старшего Дубровского. Он тоже мягкотелый, он тоже никакущий. Они все ленивые, разболтанные, ничего в этой деревне не делают. А тут приходит Троекуров, который поставит всю деревню на колени и скажет: «Пахать, сволочи!» А моя героиня не привыкла пахать.
Она любит кайфовать. Володя Косов, у нас потрясающий режиссер, он мне помог, он в двух-трех словах может подсказать и навести на нужную, и он, на нужную стезю. И когда он заметил, что я вот в поиске, тут, в какую сторону повести свой образ, он говорит: «Оля, вспомни Таганку». Все резко, все... чтобы искры летели, все на сжатых зубах, все на натянутом нерве. И пошло. Вы довольно успешная актриса, много интересных ярких ролей, но вы уже начали говорить о том, что за этот успех актерам, актрисам очень часто приходится платить, жертвовать своей личной жизнью. Вот если говорить о вашей личной жизни, все-таки чем она наполнена, насколько вы как человек, как женщина счастливы, и кто эти люди, которые в обычной жизни могут подарить вам эту необходимую каждому человеку радость? У меня двое восхитительных детей. Восхитительных. Дочь и сын. Я счастливая мать. И счастлива в профессии. На большее меня не хватило. Дают ли они мне энергию? Конечно, дают. Энергию для того, чтобы жить, побеждать, созидать, бороться. Потому что чаще мы не созидаем, мы боремся. К сожалению. Люди, которые близко с вами знакомы, ваши коллеги, ваши друзья, выделяют основные черты вашего характера, такие как целеустремленность, работоспособность, жизнерадостность, яркость. А что бы вы сами могли сказать о своем собственном характере и насколько их мнение совпадает с вашим? Как правило, люди-то сами о себе в оценке самих себя ошибаются, естественно. Мне кажется, что я размазня. Мне кажется. Я много плачу, я много страдаю, я много анализирую, я много работаю над собой. Мне хочется быть идеальной. Люди обо мне говорят совершенно противоположное. Но я это делаю отдельно от общества. В общество я прихожу вот такой. Человеком, дарящим позитив, радость, улыбку, шутки, юмор. Чтобы жизнь действительно стала кайфовее. Это не просто слова, это кредо. Но опять возвращаясь к тому, что я о себе думаю, мне кажется, что я размазня. И вот когда я остаюсь наедине сама с собой и начинаю депрессовать или там хлюпать носом, или говорить сама себе, что у меня там чего-то не получается, что я какая-то не такая. И из вот этого всего не-не-не находится путь. Чтобы с меньшими, наименьшими жертвами прийти к цели. Вот это моя задача. Вот я так себя вижу. А со стороны все-таки виднее. Да, целеустремленная. Да, добиваюсь поставленных задач. Да, всю жизнь работаю над собой. Да, мне много лет, и я выгляжу вот так. Да, меня с моей дочерью считают сестрами. Много, да. Но опять-таки это не дается, это не валится с неба. Над этим всем нужно трудиться. Мы уже начали говорить о сущности актера как человека, об особенностях характера актеров. Вот одна из черт, которой, наверное, изначально наделены почти все актеры, это ранимость. На самом деле актеры – это ранимые люди в большинстве своем. Насколько вы ранимы и что вас может в этой жизни выбить из колеи, что может ранить, как вы на это реагируете, показываете вы это или стараетесь все-таки справляться с подобными ситуациями и больше это держать в себе? Ранит меня человеческий фактор. Глубоко ранит, когда люди демонстрируют свои не лучшие качества. Ранит подлость,
ранит предательство, ранит измена. Вору никогда нельзя говорить, что он вор, только доказать это. Потому что вор никогда не скажет о себе то, что он вор. Предатель тоже будет отговариваться и говорить, что он не предатель. Изменщик тоже будет говорить, доказывать до последнего, пока его не застукают на горячем. И то он говорит, ты все неправильно поняла. Такова сущность. Но я продолжаю это делать. Доказывать, что подлец он подлец. Вор он вор. И как Высоцкий в кино доказывает, что вор должен сидеть в тюрьме. Вот. И расшибать себе лоб об эти категории. И, естественно, расшибать. Расшибать в кровь. Это больно, это метафора, естественно. От этого я страдаю, но не могу ничего с собой поделать. Борюсь. Потому что человек должен стремиться в целом. Я в первую очередь о себе и детей так воспитываю, и от друзей своих требую того же, что все-таки стремиться быть человеком в первую очередь. И добыча куска мяса – это еще не самоцель. Вот. И не опускаться до уровня добычи куска мяса, добычи еды. Не забывать о том, что нам дадено пространство, большое пространство. Оно иногда у нас болит, иногда бабочки порхают, иногда сжимается, иногда раскрывается. И вот это пространство еще никто не знает, что это, но мы называем это душа. Мы обязаны заполнить вот это пустое пространство, которое нас тревожит. А мы себе очень часто даже не даем отчет о происходящих с нами вещах. Дорогой, любимый, драгоценный, я говорю от себя, севастопольский зритель. Город Севастополь личен для меня. Это отдушина, это глоток воздуха, это то место, где я отдыхаю душой, телом, сознанием. Это место, где я бы жила. Семья моя Симферополь и корни мои Симферополь. А отдушина Севастополь. Куда бы мы ни приезжали, наш театр, музыкальный театр, симферопольский, в Липецк, в Оренбург, в Москву, по всей России, раньше по всей Украине. Наш жанр, наш театр почему-то воспринимается, я знаю почему, но для вас это оставлю в интриге, на ура. Зритель долго стоит на ногах, аплодирует, аплодисменты, переходящие в овации, благодарят долго. Потому что нашему театру, моему театру, получилось синтезировать наш жанр, драму, танец, вокал, в какой-то особый жанр, который раскрывает весь человеческий актерский потенциал. Это интересно, это завораживает, это захватывает. И каждого из вас я буду счастлива видеть в зрительном зале на ваших площадках в Севастополе. Добро пожаловать! Бережочек, дочек, молода девчонка.
Гостьей сегодняшнего выпуска программы «Личный интерес» была ведущая актриса Государственного академического музыкального театра Республики Крым, заслуженная артистка Крыма Ольга Котляренко. С вами был Максим Давыдов. Всего доброго. До новых встреч на телеканале НТС.